Современные ведьмы не летают на метле и не варят зелья в котелке из глины. Своими мыслями творят изменения извне, создавая мощный поток из хаотичной пучины. И каким-то неведомым образом они чуют друг друга и собираются в стаи, как будто у каждой магнит в сердце, и жить поодиночке они дико устали. Ключевое слово для них – осознанность. В мыслях, поступках, намерениях улучшают наш мир неземными молитвами, ведают, что все не уйдет в забвение. Современные ведьмы – это проснувшиеся женщины. Ото сна, где царит невежество, вы узнаете их по глазам и внутренней силе. Они весь мир наполняют космической свежестью.